Совсем недавно в Десногорске появился эко-бокс для сбора ртуть-содержащих отходов. Его обслуживанием занимается региональный оператор спецавтохозяйства. Данный эко-бокс – единственный в России сертифицированный эко-контейнер. Он предназначен для безопасного сбора и временного хранения опасных отходов. Среди них отработанные энергосберегающие лампы, батарейки и другие химические источники питания. Процесс сортировки отходов продуманный и максимально удобный. На контейнере есть свое окошко для каждого вида токсичного мусора. Это происходит следующим образом. Такие лампы, поднимается вот эта шторка. И опускается туда эта лампа. Все. Узнав о появлении экобокса в Десногорске, старший инспектор по экологической безопасности Смоленской атомной электростанции Марина Таран обратилась в администрацию города и общественную приемную Росатома. Она попросила установить контейнер в удобном и доступном для всех жителей месте. Теперь он расположен в первом микрорайоне, возле диспетчерской МУП ККП. По мере накопления отработанные батарейки и ртуть-содержащие приборы утилизируются региональным оператором на специализированных предприятиях по всем правилам природоохранного законодательства и норм безопасности. По мнению специалиста, пункт приема опасных отходов – это шаг в будущее. Он не только позволит бороться с отрицательным влиянием ртуть-содержащих ламп и элементов питания на окружающую среду, но и сформирует ответственное отношение населения к вопросу раздельного сбора опасных видов мусора. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.